подруга посоветовала. Сходи, говорит, к бабке. А молодая такая. У тебя еще этих девочек столько будет. Это не так. Ты это клиентам своим впаривать будешь. Это бред какой-то. Ну, вот видите? Приворот ведь это дело не хитрое, но есть нюанс. Мне наоборот нужен отворот от мужа. Любовная магия. Скоро на ТВ3.